Региональные власти планируют потратить 690 миллионов рублей на закупку новых автобусов большой вместимости. Бюджетные инвестиции предусмотрены республиканской адресной инвестиционной программой, сообщает Башинформ. Электронные аукционы на поставку автобусов объявлены 27 ноября. Всего планируется закупить 100 современных автобусов. Заказчиком транспортных средств выступает Государственный комитет Республики по транспорту и дорожному хозяйству. Контракт должен быть исполнен до конца будущего года. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, около 500 миллионов рублей выделенных средств будут направлены на покупку 74 городских автобусов. Еще 190 миллионов рублей планируется потратить на приобретение 26 транспортных средств для междугороднего сообщения.